Всем здорово, с вами я, Шура Уткин, а значит это «Никому не нужный блог». Никому не нужный блог. Некоторым из вас я известен как владелец одной из 10 самых ужасных машин по версии отличного шоу «Топ Гир». Jesus Chrysler! Просто бомба! Тачка мечты. Как-то раз в Тверской области я изрядно прокачал ее. Типа того. Злой автомобиль. Короче, с тех пор прошло уже достаточно времени, чтобы поставить новый бампер. Поэтому в сегодняшнем выпуске «Никому не нужного блога» мы узнаем, насколько круче станет тачка с новым бампером. Для того, чтобы узнать это, я отправляюсь в Мурино. Ведь именно там находится клубный сервис Chrysler. Ссылка в описании. Та-да-да-дам. Оставлю машину парням, я уверен, все будет круто. А пока прогуляюсь до рекламной интеграции. Короче, если ты так же, как я, любишь гитарные примочки, то тебе сюда. Это Stone Pedal. Биржевая линия 8/10. Пока. Мы снова с вами. А это значит, что тачка готова. Вот она. Шутка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Как вы поняли, там целая гора пятикрузеров, потому что это клубный сервис пятикрузера. Ну, ребята делают еще другие тачки. Самый классный совет людям, которые покупают первую машину за небольшие деньги: ищите ее по наличию клубного сервиса в вашем городе. Реально упрощает жизнь. Спасибо. Ну все, вот я и уезжаю с ремонта, своим ходом, между прочим. Это дорогого стоит, потому что для того, чтобы выехать, надо дать деду полтинник. Дед полтинник получил, ворота позади, можно гнать. Итого, что мы сделали? Новый черный бампер, а это значит быстрый. И, наконец-то, второй, задний, вот этот вот фонарик, которого у меня не было, господи, как она теперь прекрасна, только посмотрите на это. Ну да, не очень. Бжух! Плюс ко всему, теперь у меня работают задние стоп-сигналы. А что это значит? А это значит, что теперь, когда я торможу, люди, которые едут сзади, знают об этом. Это неплохо. Никому не нужный блог. Подписывайся. Если вы досмотрели это до конца, то напишите в комментариях, о чем бы вы хотели увидеть следующий «Никому не нужный блог». Пока.